Ты Томми? Томас Анджело. Детектив Норман. Вы один? По своей воле сюда никто не пришел бы, разве что санитарный инспектор. Что вам принести? Чашку кофе и все. Хочешь глотнуть? Нет, спасибо. Как хочешь. Итак, по телефону ты сказал, что есть предложение ко мне. Все так. Учти, если тебе надо подмазать копа, то ты не по адресу. Мне не нужны никакие партнеры. Хорошо. Я на мели. Даже на кофе не хватает. Но у меня кое-что есть. Рассказывай. Вы давно в городе? 3 года. Я начинал в Empire Bay. И вам поручили дело Морелла в первый же день. Ну, так в газетах пишут. А тебе-то что? Скверно. Ведь это дело явно не из простых. И что, ты можешь мне помочь? Да. Я кое-что знаю. И что же ты хочешь взамен? Неприкосновенность? Или, может быть, деньги? Ничего. Мне нужно защитить родных. А, семья. Это всегда слабое место. И кто же это? Больная мать или жена с кучей детишек? Жена и дочка. Я так понял, тебе больше не к кому обратиться. Иначе бы меня тут не было. Печально. Отец всегда говорил мне, что без друзей в этом мире не прожить. Да. Но в моем мире все наоборот. Я не удивлен. Слушай, пока я ничего не могу обещать. Сперва я хочу узнать, что у тебя есть, так что, может, расскажешь? Или будешь тянуть время, пока за тобой не придут? Думаете, я в бегах? О, да я это знаю, Томми. Боже, взгляни на себя. Вид паршивый, не спишь ночами. И так часто озираешься, что скоро шею себе свернешь. Сдается мне, на хвосте у тебя очень серьезные ребята, и они не отстанут, пока не отправят тебя на дно реки. Выйдешь отсюда без меня и пары шагов не сделаешь. Мы оба это знаем. Но если ты останешься и все мне расскажешь, быть может, проживешь еще достаточно, чтобы отвезти дочку под венец. Пожалуй, я заплачу за твой кофе. Эх, знал бы, куда все это приведет. Никогда не знаешь, что ждет за поворотом. Но ведь ты не родился с револьвером в руках. Нет. Я был таксистом еще в 30-м. Я работал ночами, так больше платили. И вот под конец одной из смен я повстречал Поли и Сэма. Здесь такси стоит! Повезло! Двигай! Давай! Чё, куда? Неважно. Живо! Ты у меня на мушке! Если нас нагонят, нам конец! Но и ты живым не уйдешь! Мне проблемы не нужны. У тебя уже проблемы, гони! Как они вообще узнали, где мы будем? Какая разница? Надо сбросить их. Сколько машин за нами едут? Пока одна. Но могут быть и другие. Держитесь, я кое-что придумал. Что это за типы? Твое дело вести, а не спрашивать. Нам на ту сторону реки.
Езжай по мосту Джулиани. Как скажешь. Как там твоя нога? Ты разбиться хочешь, что ли? Болит адски. Как приедем, я разбужу доктора. Ну, может, и так пройдет. Все равно я его... Эй, а ты чего уши развесил? Не смей подслушивать. Я просто везу вас туда, куда вы сказали. Вот и вези. Я понял, мы уже близко. Куда мне вести вас на том берегу? Меня достали твои вопросы. Он еще! А, черт! Я знаю, где можно срезать. Это их остановит. Делай, что хочешь. Только оторвись от них. Это, по-твоему, срезать? Но они же отстали. Отстали-то не все. С теми парнями вы не особо ладите, да? Иногда деловые партнеры ссорятся. Так бывает. Заткнись уже, Болли. Хватит болтать. Чем больше он знает... тем меньше у него шансов дожить до утра. Я ничего не слышал, ребята. Утёр ты им нос! Это еще не все! Давай, гони! Работяги, которые тут дорогу копали, нам спасибо не скажут. Уже минус 3 тачки. Сколько вообще на встрече было машин? 4, может 5. Наверняка он вызвал подмогу. Похоже на то. В следующий раз возьмем больше ребят. Этого следовало ожидать. Когда босс узнает об этом, он им такое устроит. Должен признать, ты шикарно водишь. Их все больше и больше. Похоже, они всех подняли. Если не вернемся в свой район, долго мы тут не протянем. Надо двигать домой. Западный портовый мост. Давай туда. Идем, да? Ага. Мы успеем. Какого черта мы делаем? Держись крепче и молись. Никогда такого не делал. Я тоже. А теперь в маленькую Италию. И побыстрей. Поездка не закончена. Останови возле бара. Сальери, что ли? Да, тот самый. Жди здесь. Зачем? Ты хочешь награду от Дона или нет? Компенсации за твои услуги и ремонт машины. Теперь мы в расчете. Этого должно хватить. Славно. Дон Сальери весьма тебе признателен за все. Если что-то понадобится, деньги в долг, хорошая работа,
Только попроси. Дон друзей не забывает. Ясно. Спасибо. И еще. Все это только между нами. Если спросят, откуда деньги, выиграл в покер. А насчет царапин на тачке... Пытался объехать бабульку на дороге. Все понял? Конечно. До скорого, парень. Когда я вскрыл конверт, меня чуть инфаркт не хватил. Деньги на ремонт? Да я бы легко мог купить новую. Я думал над предложением Сэма о работе, но был скорее против. Платят хорошо, но связываться с криминалом лучше бедный живой, чем богатый мертвый. Даже удивительно, как я был далек от этого. После той поездки с парнями Сальери я поскорее вернулся за руль. Но работалось уже по-другому. Развозя людей, ты проводишь много времени наедине со своими мыслями. И с чужими тоже. Херово выглядишь, приятель. Я-то с пяти работаю. А с тобой что? Бухал. Ну, ясно. Куда поедем? Маленькая Италия. 21-я улица. Ладно. Я не скажу копам, что тебя выпивкой несет. А ты не скажешь, если я скорость превышу. Договорились? Заметано. Много заработал сегодня? Да так. Меньше, чем хотелось бы. Как рынок упал. Так теперь ни у кого нет денег на такси. Чую, мы в полной жопе. Я к тебе только потому и сел, что бухой и плохо соображаю. Копы видят пьяных каждый день. Им нужны те, кто бухло перевозит и продает. Я видел, как они за меньшее людей забирали. Ну да. Если они хотят с тебя что-нибудь содрать, могут к чему угодно прицепиться. Черт, в этом городе продается все. Уж это точно. Почти приехали. Высади меня на углу, лады? Эй, у моего двоюродного брата кофейный лоток за углом. Скажи, что тебя прислал Лючио, если зайдешь к нему. Спасибо. Как-нибудь зайду. Господи! Эй, как дела, друг? Помнишь меня? Да? Мистер Морелло недоволен. Зря ты помог грабёрам Сальери. Я разъясню тебе, чтобы ты всегда помнил, чей это город. Какое-то время походишь под себя. Смотри-ка, он любит пошутить. За ним. Беги, спасай! Братина, отпусти его! Спасайте, кто может! Ты вор этого руки Морелло, и ты его разобьем! Ждет тебя через переулок. Никто твое.
Смотрите, кто это? Дино, Лу, у вас есть дело к Дону? Не, нам бы с этим таксистом поболтать, и все. С этим? Ага. Знаете, это любимый водитель Дона. Если хотите сказать что-то ему, скажите мне. Правда? Ну, вот что, дружище, мы так просто не уйдем из тебя. Может, тогда вы здесь и останетесь? Ну что ж. Еще свидимся. Пойдем, Лу. Спасибо. Это мелочь. Пошли, познакомишься с Доном. Доном Сальери? Да. Эта история его повеселит. Первое время жизнь в баре Сальери текла неспешно. Я таскал ящики и доставлял послания. Парни бездельничали и болтали о жизни на родине. В общем, мы просто ждали. Я уж начал думать, что никакие опасности мне у Сальери не грозят. Ну? Откуда ж мне было знать? Примечил! Собери силами, ну! Давай, покажи ему! Ты Томми? Ага. Босс хочет тебя видеть. Спасибо. Вот и он. Простите, опоздал. Садись. День сбора дани, парни. Томми за рулем, Поли и Сэм на вас остальное. Все как обычно. Сегодня весь день в разъездах. Билл задолжал нам за мотель в том месяце. Проследите, чтобы не забыл процент. Без проблем, босс. Постарайтесь не распускать руки без необходимости. Клиент должен понимать, какую важную услугу мы оказываем. Вы должны быть ангелами-хранителями. Гарантировать защиту. Мы не Костоломы вроде Морелла. Мы выше этого. Но услуга стоит денег. Мы справимся. Возьми у Ральфи машину. Хорошо, босс. Винни передает, что у него для тебя кое-что есть, Том. Зайди к нему. Наверное, хочет рассказать дурацкую байку о том, как надрал кому-то жопу лет 20. А вот и ты. Я увидел это и сразу же подумал о тебе. Ты когда-нибудь носил пушку? Стрелял пару раз на ярмарке. Ха, это не в счет. Направь ее на цель вон туда. Смотришься ты неплохо. А теперь давай. Щелк-щелк-щелк. Бабах. И мозги по стене. Так, теперь перезаряди. Вот здесь открываешь и готово. И еще запомни, пушкой светить нельзя. Держи ее за поясом. Отлично. Когда начнется пальба, ты это, ищи укрытие и старайся не обосраться. Спасибо, Винченцо. Я ценю это. Это для босса и Фрэнка, Винченцо. А для тебя я просто Винни. Я ни почем не проиграю. Поосторожней там, ребята. Я видел Бифа. Он говорит, Морелло все еще бесится из-за побитки. Ты знаешь, как в такую залезть, Томми? Локтем в стекло, суешь руку. Делов-то. А потом весь день вставлять стекло. Смотри. И... учись. Да ты просто волшебник, Ральфи. Давай, Томми, покажи, что ты умеешь. Пригони мне какую-нибудь крутую тачку, ладно? Хорошего дня, ладно.
Подожди здесь, Том. Мы скоро вернемся. Ладно. Я ранен. Господи, Поле! Скажи Сальери, теперь это место наше. Копишь? Только суньтесь. Закончится еще хуже, чем ваши дружки. Забери Сэма. Они выбивают из него информацию. Нужно отвезти тебя к врачу. Это подождет. Сперва вытащи Сэма. Ладно. Ладно, держись. Досталось тебе, дружище. Боже. Держись. Все будет хорошо. Ты же здоровяк. А, черт. Он взял деньги, Том. Я догоню урода. Где Сэм? Внутри. Он жив. Забирай бабки! Каково быть частью семьи. Ощутил цену такой жизни. Ха. Видимо, прямо тогда и надо было сваливать. Но я уже не мог снова стать никем.